Мабільная группа Гомельского гарвыканкама протягивая мониторинг предприемства. У сёння яна наведала открытое акционерное товариство «Гомелькабель». Об агучаных проблемах и выказанных парадах материал наших корреспондентов. У минулом году «Гомелькабель» означил 60-годовый юбилей. Гэтае предприемство у своей галине заўсёды было серед лидеров. Серед его сучасных краин-партнеров – Россия, Германия, Словения, Нидерланды, Испания, Польша, Италия. Уже с початку мониторинга члены мобильной группы означают высокую дисциплину працующих. Значная частка работников приходит на предприемство за 30-40 хвилин до початку смены. Еще один плюс – добраупорядкованная территория. Правда, что тычется вытворчих и бытовых помешканию, тут парадок подтримливается не усюды. У якости прикладу – столовая. Неприемный пах на ее территории – не одиная за увага проверяющих. Замечания по плитке, допустим, где-то отколота, где-то стена с трещиной, где-то, допустим, деформированная какая-то тара, какое-то оборудование. Подчас мониторингу увага звертается на все. При более глубоком анализе ситуация оказывается не такой оптимистичной, как сдается на первый погляд. У здравпункте – леки со скончанным термином придатности. Проблема не глобальная, але она потребует вырашэння. Крыху пазней, падчас падвядзення вынікаў моніторынгу, агучваюцца і некаторыя іншыя недахопы. Частка з іх ліквідуецца яшчэ падчас праверкі. Астатнія на прадпрыемстве абяцаюць прывесці ў парадак у бліжэйшыя дні. По участку валачэння, который дзействуючы, стены в пылі, краска на бетонных перекрытях адслаілася. Я понимаю, это ремонты, также ремонт сварочного участка. Ну, то, что у нас есть в рекомендациях, то мы будем давать со сроками. Проблема куды больш значная – узровень зарплаты на прадпрыемстве. Падчас размовы з членамі мабільнай групы, працуючыя на «Гомелькабелі», кажуць, што так званымі «чыстымі» яны атрымліваюць каля 600 рублёў. Як вынік, маладыя работнікі тут практычна не затрымліваюцца. Для акцыянернага таварыства гэта прамыя страты. Людзі прыходзяць, навучаюцца за кошт прадпрыемства і звальняюцца. Во время беседы с людьми чувствовалось, что они готовы работать. Значит, ответственно все подходят к работе, то есть не было расхлябанности, не видно было, что люди именно выполняют те задания. И считаю, что один из вопросов, и будем просить, чтобы рассмотрели вопрос, именно заработанную заработную плату, чтобы, конечно, желательно повысить на данном предприятии. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».